предварительным данным, сегодня, 12 сентября 2022 года, 8 часов 56 минут, водитель автомобиля «Шкода», двигаясь по улице Осиновской стороны, улицы Залесной, в направлении улицы Наиля Зубова, напротив дома 34 по улице Осиновской, совершил столкновение с автомобилем «МАН» с последующим наездом на пешехода, женщину 1934 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.